Итак, друзья мои, рады вас всех приветствовать на своем канале вязания с Татьяной. И сегодня у нас с вами продолжается обзор по пряже, пряжу, которую мы с вами приобретаем в рамках совместной покупки. Напомню вам, что вся информация, как приобрести, где посмотреть, вы найдете в группе ВКонтакте. В группу вы можете попасть, если под этим видео перейдете по ссылке. Переходите туда, и там вы можете задать все свои вопросы. Сегодня у нас с вами пряжа из Краснодара, и сегодня мы, конечно же, ее с вами посмотрим поближе. Если вам интересны такие видео, то, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Так, пряжа первая, которую я достала, это Швейторг Baby Wool, номер цвета 0,25. Открыть не смогу, потому что они ее очень хорошо запечатывают. Будем с вами шуршать, куда без этого. Состав. Значит, 50% шерсть, 25 хлопок, 25 акрил. 50 граммов, 230 метров. Вот такая расцветка, это серенький цвет. Дальше. Baby Wool. Такая же пряжа, только в другой расцветке. Малиновый такой цвет, сорбет, наверное, не знаю. Это номер цвета 0,83. Так, достаю сразу все, что сверху. Так, здесь у нас не только пряжа, парочку упаковочек маркеров. Вот такие маркеры и вот такие маркеры. Две упаковочки. Дальше. Ангора Батик. Это пряжа от Мадам Трикоте. Смотрим с вами состав. 80% акрил, 10 мохер, 10 шерсти. Цвет номер 855. И сколько у нас в граммах? В 100 граммах 550 метров. Вот такая расцветка. Одна упаковка, открыть тоже не могу. Дальше. От Картопу. Пряжа Утопия Классик. 5 моточков в одной упаковке. 100% акрил. Номер цвета 45, в 100 граммах 300 метров. Цвет, в принципе, камера передает правильно все. Далее, Швейторг Диана. 5 моточков, 5 моточков по 50 грамм в одной упаковочке. Также они ее заклеивают сильно на скотч, потому что очень хлипкие у них краешки. Вот такая расцветочка. Вы, когда ее полотно свяжете, постираете, она раскрывается, эта пряжа. Так, смотрим с вами состав. 80% мериносовая шерсть и 20% шелка. В 50 граммах 200 метров. Номер цвета 98009. Одна упаковочка. Запечатываем обратно. Дальше. Две упаковки Швейторг Диана в голубом цвете. Это у нас номер цвета 94018. Две таких упаковки. Швейторг Диана. Такой джинсовый, наверное, цвет. Его можно так охарактеризовать. Цвет джинс. Номер цвета 94-368. Одна упаковка. Так, Швейторг Аврора Файн. Я вижу две упаковочки. Вот. Две таких упаковки. Швейторг Аврора Файн. Давайте откроем. 10 моточков, красивый-красивый цвет,
Номер цвета 0,79. Состав 50 шерсти, 50 хлопок. В 50 граммах 230 метров. Посмотрите, какая красота. Пряжа такая классная, мягкая. Ну, мне кажется, вся швейторгская пряжа, она какая-то необыкновенная, наверное. Вот посмотрите, какая текстура у нее, да? Классная. Вот таких две упаковочки. Так, следующее. Так, здесь опять у нас с вами не пряжа. Покажу, пошуршу. Я думаю, среди вас нет сильно негативных девочек, которые расстраиваются, да, когда происходит шуршание. Так, здесь у нас вот такая жестяная коробочка в форме сердечка «Валентинов день». Ну, это, естественно, шкатулка. Пакетик открыт. Вот окошко. Ну, здесь можно вот складывать какие-нибудь приятные мелочи. Например, там маркерочки красивые. Ну, или обычные. Да все что угодно, в общем-то, можно. Так, дальше, девчонки. Вот эта пряжа. Просто швейторка «Аврора». Так, это пряжа. Расцветку я взяла себе. Я в прошлый раз, когда привозила, много на наличие. Мне очень понравился этот цвет. Пока я думала, надо мне или не надо, девчонки ее схватили. Вот, и я решила себе заказать. Тем более на швейторгскую пряжу сейчас очень хорошие скидки. Поэтому надо пользоваться моментом. Вот такая вот. Она какая-то, даже не знаю, цвет сырой фисташки, наверное, да, скорее. Ну, красивый. Мне очень понравился. У меня нет ни одной расцветки в таком плане, ну, приближенных тонах. Поэтому я решила себе взять. Значит, 50 грамм 115 метров. Значит, соответственно, на 100 грамм 230 метров. Ну, как Ализе Лана Голд. И состав 50 шерсти, 50 хлопок. Вот такая еще одна упаковочка добавится в мою коллекцию пряжи, что ли. Ну, не знаю, мой ассортимент пряжи, мой личный. Я рада, что я ее дождалась, эту расцветочку. Уж очень она мне ее хотелось получить. Так, дальше, девочки. Швейторг Анастасия. Горчичный цвет. 10 моточков, также в одной упаковочке. Вот она, такая красивая-красивая пряжа. 50 мериносовой шерсти, 25 хлопок, 25 шелк. 50 граммах 175 метров. Номер цвета 50-25. Вот она. Вот такие вот моточки, небольшие. 10 моточков в одной упаковочке. Красота! И когда вот ее постираешь, да, то есть пряжа потом раскрывается, она будет более, потому что они пропитаны, ну, специальным каким-то своим составом, я не знаю, и потом она будет мягенькая. Далее, Baby Wool, одна упаковка, 0,32, мне кажется, мы такой же и смотрели, или рядом что-то с этим было, вот одна упаковочка, 0,32, фиолетовенькая пряжа. Так, девочки, еще одна упаковочка Анастасии, только в другом цвете. Вот так выглядит цвет. Это у нас номер цвета 50-17. Тоже 10 таких бочоночков. Здесь еще одна упаковочка Дианы джинсового цвета. Ну, Диана популярная пряжа. Розовенькая Диана. Розовый, это номер цвета 90-104. Так, Анастасия у нас сегодня лидирует. Уже третья упаковка Анастасии. Посмотрите, какой классный цвет. Давайте посмотрим его поближе. Цвет прям такой голубой, необыкновенный какой-то. Сегодня у меня любимое слово «необыкновенный». Посмотрите, какой красивый. Но он
На самом деле очень-очень красивый. Почти камера его не сильно засвечивает. Посмотрите, идет такой перелив. Он как будто бы с меланжевым каким-то этим эффектом. Я не знаю. Но классный цвет. Очень. Мне кажется, изделие такое будет очень-очень красивое. Правда? Не знаю. Для любителей голубого цвета, мне кажется, прям очень красивая расцветка. Так. То есть Анастасия в этом привозе у нас лидирует. О, еще одна, девчонки, вы представляете? Еще одна. Ну, тут состав хороший. И цена на нее сейчас хорошая по скидке. Швиторг Анастасии еще вот в нежно-розовеньком таком цвете. Это номер цвета 5015. А голубой, я цвет сказала, да? 5010 голубой цвет. Розовая 5015. Класс. Ой, девочки, представляете, еще одна Анастасия. Посмотрите. Прям сегодня она фаворит у нас сегодняшнего привоза. Вот такой бургундский, наверное, цвет. Я не знаю, какой это на самом деле. 5016 номер цвета. Класс. Мне кажется, все цвета красивые. Дальше. Одна упаковка София. Так, София, что у нас за зверь, София? Ой, какая она мягкая. Очень мягкая. Вы посмотрите, какой у нее глянец. Прям такая вообще, знаете, прям пушинка. Ой, какая хорошая. Пряжа вот такого, такой ниточки, такая у нее скруточка. Обалденная мягкость. 83-201 номер цвета. Состав. Очень интересно. Так, в 50 граммах 120 метров, 55 полиамид, 30 вискоза, 10 кидмохер и 5 бэби альпака. Девчонки, невероятная нежность. Очень. Очень мягкая. Прям. Прям вообще. Прям классная. Одна упаковочка. Так. Здесь я достала еще две упаковки Утопия Классик. Итого их три упаковочки. Это одной девочки все три упаковки. Следом идет еще одна упаковочка Мадам Трикоте или Мадам Трикот. Ангора Батик. Номер цвета 854. Видно? Видно. Вот они цвета. 5 моточков, 5 пухляшей вот такого красивого цвета. Дальше. Мадам Катон. Это уже летняя пряжа. Тоже от Мадам Трикоте, Мадам Катон. Номер цвета 0,35. 100, 100 граммах 280 метров. Состав 49 хлопок, 51% акрила. Вот такая одна упаковка. Дальше. Еще одна упаковочка Мадам Катон. Нежно-нежно-зеленый цвет. Но они не открываются, девочки. Я открыть вам не могу. Это у нас номер цвета 0,19 или 0,18. Тут смазанная циферка. Вот такого красивого нежного цвета. Дальше. Мультиколор. Также от Мадам Трикоте. Мадам Катон мультиколор. Смотрим. Цвет номер 446. В 100 граммах также 280 метров, 49 хлопок, 51% акрил. Вот такая вот расцветочка. Вот она. Палитра. Открыть, к сожалению, девочки, не могу. Но поверьте на слово, очень мягкая, комфортная пряжа. Очень. Так, вот еще одна. Вот, я в прошлый раз брала две упаковки в синих тонах. Тут, кстати,
открыт, лопнул этот пакет. Давайте я вам покажу. Она невероятная нежность тоже, да, хотя она, несмотря на то, что это полухлопок. Очень комфортная пряжа. Поэтому, если не пробовали, девчонки, настоятельно рекомендую вам попробовать. Вы знаете, прям, вот если бы могла камера передать вот именно вот эту вот тактильность, очень мягенькая, очень приятная, классная вообще пряжа. Так, это расцветка номер, сейчас я его заклею, 448. Беру свои заплатки, чтобы она не открывалась. Вот, вот такая вот расцветочка. Так, и еще одна упаковочка тоже лопнула. Вот, посмотрите, видите, достаю. Транспортная компания везет. Пакеты лопаются. Ну, давайте откроем, вернее, достанем. Я вам покажу. Это также от мадам Трикоте. Мерино Гол 200. Темно-синий цвет, в 100 граммах 200 метров. Состав 49 шерсти, 51% акрила. Номер цвета 019, девочки. Вот он. Вот такая вот темно-темно-синяя расцветочка. Одна упаковочка. Сейчас я ее убираю обратно. И, соответственно, ставлю также заплатку. Все, девочки, показала вам всю поставку из Краснодара. Она не очень большая, но, тем не менее, мы с вами ее получили. Все, и на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, ненадолго. Скоро мы с вами снова увидимся. Всем говорю спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.